Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона из полимерной глины Фима. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина трех цветов, скалка, катор от Фима в виде капли, игла, лезвие и скальпель. Для начала смешиваем белую и бирюзовую полимерную глину и полученный голубой цвет раскатываем в пласт 2 мм толщиной. Скалкой прокатываем получившийся пласт для лучшего сцепления. Катором вырезаем заготовку. Из черной полимерной глины катаем ниточку и нарезаем ее на маленькие кусочки. Катаем из них шарики. Также катаем более тонкую ниточку. Шарики сплющиваем и определяем на свое место в виде цветочка. Затем крепим ниточку, это стебель цветочка. Помогаем себе в работе иголочкой. Из маленьких черных шариков делаем точки вокруг цветка. На лепесточках при помощи иглы делаем насечки. Далее продолжаем формировать наш узор, делая листики и более мелкие цветочки.
из тонких нитей добавляем завитушек, которые украшены маленькими листочками. После того, как все готово, отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 30 минут. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готово! Вот такой кулон в технике филиграни у нас сегодня с вами получился, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании, подготовленный специально для Фима ТВ. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!